Наши ВКС уничтожили в Сирии сразу нескольких главарей ИГИЛ, и именно это позволило приблизить прорыв блокады ДР Азова. Подробности сегодня рассказали в Минобороны. В результате точного авиаудара был в том числе ликвидирован так называемый министр войны ИГИЛ Гулмурод Халимов, который когда-то был командиром таджикского ОМОНа. По некоторым данным, после ликвидации лидера запрещенной террористической группировки Аль-Багдади, он стал его преемником. Кроме того, нейтрализован боевик, отвечавший в Исламском государстве за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы. Он, Халимов, а также еще несколько полевых командиров находились в командном пункте боевиков, на которые российские самолеты сбросили бетонно-бойные бомбы.